Всем привет! Вы на канале Device. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на игровую мышь Bloody A70. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Форма корпуса с боковыми рельефами рассчитана на захват правой рукой. Мышь проводная Eifotec Bloody A70 дополнена яркой LED-подсветкой, яркий спектр которой позволяет легко выбирать свой стиль и настроение. Доступно три режима работы – неон, мерцание и постоянное свечение. Металлические ножки X-Glide. Прочные, чувствительные, без износа. Устраняют трение практически на любой поверхности. Молниеносный отклик. Инновационная технология LK Light Strike использует оптические микропереключатели, обеспечивающие молниеносное время отклика до 0,2 миллисекунд. Молниеносный отклик. Время отклика до 0,2 миллисекунд. Высокая долговечность, более 20 миллионов нажатий. Отсутствие металлического дребезжания при нажатии. Инфракрасное колесо прокрутки. Жизненный цикл свыше 1 миллиона оборотов. Приводится в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Три режима стрельбы оружия. Используйте кнопки 1N3, чтобы выбрать оптимальный режим стрельбы оружия для левой кнопки. 6200 CPI и регулируемое разрешение 1000, 1200, 1600, 2000, 6200 CPI. Никаких двойных нажатий, отсутствие металлического дребезжания и случайных двойных кликов. 6 снайперских режимов. 6 мощных снайперских режимов для любых игровых ситуаций. Система ММО Ultra Core 4 and Macros. Возможность исполнения сложных комбинаций всего в один клик. Мощность, контроль, скорость, точность. Мыши Bloody созданы для того, чтобы дать вам преимущество в интенсивной игре. С их помощью вы можете реагировать быстрее и всегда быть на шаг впереди противников. Встроенная в мышь память объемом 256 килобайт позволяет маневрировать 8 имеющимися кнопками для создания персональных интерфейсов, записывая до 4000 отдельных команд, макросов и комбинаций. Я проанализировал отзывы реальных пользователей аппарата и выделил основные моменты. Вначале расскажу об отрицательных. Нельзя активировать до полной версии. Ножки слишком сильно скользят. Недолговечная. Нельзя применять цвет свечения. А теперь перейдем к положительным. Можно делать большое количество кликов. Красивая подсветка. Отличный драг-клик. Хорошо лежит в руке. Чувствительность настраивается. Удобно расположены боковые кнопки. Оптимальный провод. Хорошее качество сборки. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!